Всем привет! Я иду собирать помидорки свои. Вот. Вот так цветут у нас цветы. У нас жарко. Мы целый день сидим дома. Я вот здесь продергала траву наконец-то. Мои цветочки задышали. Вот. Гортензия вот так цветет. Вот. В общем, я иду за помидорками. Потому что посмотрела уже много красных. Я сколько раз собирала помидоры, но у меня почему-то не работала камера. Я никак не могла заснять свои помидорки. Вот, я сейчас снова иду к своим помидоркам. То бишь, в свою тепличку. Вот. Вот так вот у меня мои растишки растут. Помидорки. Вот эти желтенькие на солнышке. Очень много красных. Вот. Там вот вдали. Ну, в общем, красных много помидорок. В общем, я сейчас хочу собрать. Наверное, ведерко будет. У меня еще чашка дома с помидорами. Ну, это я хотела сделать аджику с яблоками. Вот, ну, в общем, вот такие помидорки. Ой, сейчас сюда, что ли, пройти. Вот я иду сюда. У меня веточки поломанные, которые вянут. Потому что обломились, а я их не подвязала. Вот. Вот и они у меня поэтому вот так завяли. Но я уже не хочу ничего трогать, не хочу ничего делать, потому что совершенно некогда. Вот такие помидорки. Вот уже даже лопаются. Я хотела показать вот эту кисть. Вот одна вот такая кисть. И вот она тут тоже вот перегнулась. И я ничего не делаю. Но я сейчас сниму отсюда пару помидорок. Вот. Ну, в общем, красных помидорок много. Вот я хочу, в общем, сейчас снять урожай. Ну, вот я собрала помидорчики. Тут вот они позеленее, правда, не очень спелые, но я все равно сорвала. Вот, а там такие красненькие внизу, в самом низу красненькие. В общем, ну, я все равно вот собрала ведерко. Вот, ну, в общем, буду делать заготовки. Хочу показать свои баклажанчики. Вот они у меня растут. Вот такие уже большенькие стали. Вот. Так что я скоро буду с баклажанчиками. Вот. И перчик тут подрастает. Мы тогда набрали здесь. Вот. Ну, немножко есть. Мало, правда, но есть. Вот. Мы уже 3-4 раза собирали. Вот. В общем, собирали много. Поэтому это уже, наверное, может быть, даже последние мои перчики. Вот. Но еще цветут. Вот цветут. Цветочки есть. Перчиков, правда, уже меньше стало. Тут мы, я прям чашками собирала перчики. Вот. Ну, перчики есть. Вот.